Полицейские Северо-Казахстанской области задержали подозреваемого в распространении синтетических наркотиков. Подробности смотрите в материале пресс-службы областного полицейского ведомства. 25-летний житель одного из районов области сам является наркозависимым. В Петропавловске он проживал у знакомых и на съемных квартирах. Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Северо-Казахстанской области задержали его по подозрению в сбытии наркотиков. Видим свертки. Находится вещество кристаллообразной формы, бежевого цвета. При личном обыске у него изъято 15 свертков с кристаллообразным веществом, обмотанных черной изолентой. Еще 25 обнаружены на одном из адресов, где он останавливался. Согласно проведенной экспертизе, изъятое вещество является синтетическим наркотиком, известным под названием соль, общим весом 32 грамма. Его деяние квалифицируется по признакам состава преступления, предусмотренной статьей 277 части 3 «Незаконное приобретение и хранение в целях сбыта психотропных веществ в высококрупном размере». В прошлом году молодого человека уже задерживали. Однако изъятое в тот раз вещество имело формулу, еще не внесенную в таблицу наркотических средств, психотропных веществ и прекурсов. Полицейские отмечают, что раньше это было серьезной проблемой. Однако с 2021 года процедура внесения в эту таблицу значительно упрощена. Это решило наркодельцов надежды избежать ответственности. Всего с начала года в Северо-Казахстанской области из незаконного оборота изъято выше 414 килограммов наркотиков. Из них свыше 2 килограммов синтетических. Анна Федорович при содействии пресс-службы департамента полиции.